Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Музыкальный дефицит. Есть области, в которых мне разобраться легче. История литературы, история общественной мысли, советская пропаганда, жизнь русской эмиграции. А есть такие темы, которые требуют разъяснений специалиста. Одна из них – музыка в Советском Союзе. Не зарубежная эстрада, а симфоническая. Мой собеседник – историк культуры и историк музыки Михаил Ефимов. В нашем детстве всегда что-то звучало на кухне из так называемой радиоточки. Я уж не знаю, молодое поколение нынче знакомо с таким словом или нет. Кто-то говорил в других городах просто точка. Но у нас говорили радиоточка. Радио, которое было включено всегда. Только колесико повернешь, и оно становилось тише. А так включаешь, поворачиваешь колесо, и оттуда либо какая-то чушь советская, либо хорошая симфоническая музыка. Я человек без слухи, и поэтому мне было все равно, какая она, что за композитор, хорошо ли ее исполняют. Мне казалось, что хорошо, и что музыка красивая, и что она классическая и симфоническая. Поэтому мне казалось, что официоз – это и есть пускание классической, хорошей, такой вот настоящей музыки, как там живопись передвижников или итальянских возрожденцев или еще чего-то. В общем, доброе, вечное, надежное. Подрос я и стал слышать о том, что в Советском Союзе ничего нет. Ни хороших книг, ни хороших картин, ни хорошей музыки. И мне стало казаться, что насчет музыки это относится к музыке современной, эстрадной, к музыке 20 века. Это то, что потом стало входить в понятие «магнитиздат». Но еще выросши, я от своих друзей, исполнителей, игравших в оркестрах, один из них был скрипач, другой был контрабасист, я стал слышать о том, что нет, именно классическая, симфоническая музыка была в дефиците, что у нас ее было не услышать, да и на пластинках не купить. Михаил Витальевич, мой вопрос к вам как не просто к историку культуры, но как к человеку музыкально образованному, можно сказать, к историку музыки. Что здесь было правда, а что нет? Ведь была масса консерваторий, где учили, филармонии, где исполняли, всевозможных концертных залов и так далее. Как обстояло дело с классической музыкой? Была ли она действительно в дефиците? И чего советские люди были лишены? Знаете, Иван Никитич, вопрос простой, просто задан, а ответить на него крайне сложно, потому что вы спросили меня сразу обо всем и сразу за всех и обо всех. Между тем, история это история с большим количеством голов, конечностей, хвостов, и, может быть, нужно попробовать отделить головы от хвостов, а руки от ног. При этом давайте попробуем некие вещи разнести, развести и положить на разные полки. И сложится ли из этого какой-нибудь цельный шкаф, это мы уже посмотрим. По поводу того, ваши слова, что в Советском Союзе ничего не было. С одной стороны, это действительно правда. С другой стороны, на эту правду всегда есть какая-то другая правда. Поэтому давайте попробуем уговориться, что мы говорим о послевоенном времени, о времени 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов. Ну, то есть это огромный кусок времени, но все-таки это послевоенное. Мы все это знаем, мы это все читали, и в значительной степени многие из нас были этому свидетелями. Музыка в Советском Союзе была делом идеологически важным. Идеологически нейтральной музыки, как и вообще чего бы то ни было идеологически нейтрального, в Советском Союзе было мало. Что это значит? Это значит, что есть
некая официальная советская идеологическая установка. Музыка для масс, музыка имеет некое содержание, у нее есть программа, и музыка – это та песня, которая нам строить и жить помогает. Это музыка русская, старая русская музыка, это музыка старая европейская, и мы в Советском Союзе это все препарируем и приготовляем для употребления советским человеком. То есть она как бы беспроблемная, что ли, музыка? Нет, тут все намного сложнее. Потому что выясняется, и это выяснилось довольно быстро, в первые месяцы и годы после Октябрьской революции, как только берешь музыку какую-нибудь 19 века, 18 века, европейскую, вполне себе немецкую, австрийскую, сразу есть проблема, кто ее написал. И, собственно, история о том, как советское государство, советский идеологический аппарат пытался приспособить, апроприировать и пустить в советскую жизнь вот это классическое наследие музыкальное, этому посвящена совершенно выдающаяся работа недавняя Марины Раку «Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи». Кто этой книжки не читал, тому горячо эту книжку рекомендую. Это абсолютный детектив. Раку очень хороший специалист, но рассматривает она в этой своей книге только период довоенный в значительной степени. И один из ключевых тезисов Раку, что делал советский идеологический аппарат, когда он глядел на нотный текст. Нотный текст, собственно, его не очень интересовал. Его интересовали анкетные данные композитора в первую очередь, а во вторую была такая проблема, не дай бог, у этой музыки были слова, текст литературный. И тогда была беда, потому что нужно было этот текст делать советским. Ну и Раку приводит знаменитые сюжеты, она их очень подробно анализирует, ну, всем нам известно, хотя бы в самых общих чертах, там история, как жизнь царя превратилась в Ивана Сусанина. В конце своей книги Раку пишет вот о чем. Она говорит, что мы только подступаем к проблеме, что такое формовка советского композитора, формовка советского музыковеда. Понятно, конечно же, что она отсылает к работам Евгения Добренко, формовка советского писателя, формовка советского читателя. И, добавляет Раку, это дело будущего, и при этом за фигурами композитора советского, советского музыковеда, конечно, маячит, тревожит и никуда не девается фигура советского слушателя. И вот об этом, говорит Раку, нам только еще предстоит думать, собирать и исследовать дальше. Михаил Витальевич, когда мы с вами обсуждали план сегодняшнего разговора, вы попросили, чтобы в начале программы прозвучала некая музыка, и прислали ее нам. Но вы обещали рассказать, что это за музыка и почему именно ее вы предложили для начала. Рихард Штраус, сюита из его самой знаменитой оперы «Кавалер Грозный». Название, которое в Советском Союзе, кстати, все время переводили неверно. Не «Кавалер Розы», как должно, а «Кавалер Роз» во множественном числе. Всякий, кто представляет себе оперу Штрауса, знает, что речь идет об одной розе. Серебряной. Почему мы начали нашу передачу с этой музыки? Эта музыка, которая ровно 50 лет назад, в феврале 71 года, звучала с одной из главных филармонических сцен Советского Союза в Большом зале Ленинградской филармонии. И дирижировал этой музыкой Юрий Тимерканов. И
Быть может, у относительно молодых слушателей это вызовет некоторое недоумение. Как это? В абсолютно советском 71-м году, в абсолютно советском Ленинграде с великой советской сцены звучит абсолютно не советская, а советская, самая венская музыка мира. Звучит Рихард Штраус. Как это возможно? Это и есть вопрос. Как это было возможно? И зачем это было возможно? И это было какое-то благодаря чему-то неведомому или вопреки? И вот тут я хочу все-таки вернуться к довоенному, которое сразу переходит в послевоенное. Конечно же, мы помним, твердо знаем, что такое 1948 год. Это знаменитое постановление Политбюро, где величайшие русские композиторы советского периода во главе с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем были обвинены в буржуазном формализме, декаденстве и, понятным образом, присмыкательстве перед Западом. В том же самом 1948 году в официальном советском музыковедческом журнале было дано определение: западная музыка современная – это всеобщий маразм. И в эту категорию всеобщего маразма современной западной музыки попали Игорь Стравинский, Арнольд Шонберг, Дариус Мильё, Оливье Мессиан, Пауль Хиндемит, Эрнст Кшенек, Альбан Берг, Бенджамин Бриттон. Это все всеобщий маразм, как это видится официально из Союза композиторов Советского Союза в 1948 году. А в 1971 году у нас уже кавалер розы Рихарда Штрауса, который, опять же, непонятно, это случайность или что-то другое. И здесь вот какой поворот и разворот. Если мы посмотрим на хронологию событий в музыкальной публичной сфере в Советском Союзе после войны, то мы можем очень сильно удивиться. Потому что, оказывается, в Советском Союзе было поистине изобилие, пир, роскошь концертов, выступлений, гастролей важнейших, крупнейших западных музыкантов. Закрытые гастроли? Да никакие не закрыты. Господь с вами, Иван Никитич. На эти гастрольные выступления люди ломились, было не попасть. Но все-таки кто-то попадал. Я просто кое-что напомню. 1956 год. Мы понимаем, да, что у нас есть вот этот подраздел. Март 1953 года, и началась некая новая жизнь. И уже в 1956 году в Советский Союз приезжает негритянская труппа из Соединенных Штатов Америки, она называлась «Every Man Opera», и она показывает в Москве и Ленинграде спектакли оперы Гершвина «Порги и Бесс». Самое смешное, Михаил Витальевич, что афиши этого спектакля видно было из того окна, где я родился. Если бы я родился двумя годами раньше, то мне бы показали из окна, как там написано «Порги и Бесс». Но я родился на два года позже. А вот мои старшие ходили на это представление, потому что Дворец культуры Ленсовета, или промкооперации, как он тогда назывался, находился как раз en face с моим домом. Продолжайте, пожалуйста. 56-й год. Приезжают настоящие негры, американские, и поют «Порги и Бесс». Тот же 56-й год. В Советский Союз приезжает великий Бостонский симфонический оркестр, которым дирижирует Шарль Мюнш. Что они играют? Они играют Бетховена, они играют Равеля, и они играют, например, никому, кажется, ныне неведомую шестую симфонию Пистона. Это американец такой. 56-й год. Великий Бостонский оркестр. Мы понимаем, да, что это оркестр, которым долгие годы руководил Сергей Кусевицкий. К слову сказать, бостонцами дирижировал не только Мюнш,
бостонцами на тех же гастролях советских дирижировал и Пьер Монте. Вам это имя, конечно, говорит о многом. Это имя, связанное со Стравинским и с Дягилевым. 57-й год. Одно из главных явлений инопланетян в Советском Союзе. Может быть, главное явление. В Москву приезжает Гленн Гульд. Ну, это отдельная легендарная история. 58-й год. Это не только вы, Иван Никитич, родились. Родился первый конкурс имени Чайковского во главе с самым знаменитым музыкантом на конкурсе имени Чайковского. В Советском Союзе родилась вот эта суперзвезда Ван Клибер. Ван Клибер. Не только первый конкурс Чайковского, 58-й год. В 58-м году в Советский Союз приезжает не менее легендарный, чем бостонский оркестр, другой американский оркестр, филадельфийский, и руководит им, и дирижирует гастрольными концертами, конечно, его неизменный главдир Юджин Орманди. И они дают 12 концертов. Не один, не два, 12 концертов, и не только в Москве, еще и в Ленинграде, еще и в Киеве. После филадельфийцев в том же 58-м году в Советский Союз приезжает ни много ни мало Леопольд Стаковский. Слово сказать, Стаковский дирижирует помимо Баха, помимо Вагнера, он дирижирует еще 11-й симфонии Шостаковича, 905-й год. Тогдашняя новинка, и Стаковский один из лучших исполнителей Шостаковича за пределами Советского Союза. Михаил Витальевич, хочу вас остановить. Невозможно слышать этот список этих пиршеств и не попробовать, не отведать ни одного из блюд. Ну, давайте попробуем. Сыграйте нам что-нибудь из всеобщего маразма. Знаете, какой маразм мы с вами попробуем сыграть сейчас? Мы с вами попробуем сыграть музыку из 59-го года. Причем это будет музыка со словами, это будет известная музыка. Это не шестая симфония Пистона, это одно из самых легендарных событий в музыкальной истории Советского Союза. Это история о том, как Марио дель Монако, один из величайших теноров 20 века, приехал в Советский Союз, вышел на сцену Большого театра и спел арию Хозе из оперы Бизе. Это те самые спектакли, когда дель Монако пел на сцене Большого театра с Ириной Архиповой. И это была та самая легендарная «Кармен» 59-го года. Казарма должен быть. Ох, как я глупа уже. Ох, как я была безумна. И как же я старалась, чтобы его принять, чтобы лучше угодить. Песни петь, танцевать, лечить весь твой покой я могла потерять. Та-та-та, море там играет, та-та-та, его познаешь ты. Не хочу, ты мне, ты мне, ты мне.
идут вещи не менее поразительные. В 59 году прилетит Нью-Йоркский филармонический оркестр во главе с Леонардом Бернстайном. А дальше будет 62 год, и это будет Игорь Стравинский в Советском Союзе. В том же 62 году это будут первые гастроли Герберта фон Караяна в Советском Союзе. Он будет с Венским филармоническим оркестром выступать. 62 год, кстати, в этом смысле, ну, это один из самых, наверное, удивительных годов в советской музыкальной истории. В 62 году в Советский Союз приехали Игорь Стравинский, Караян и легендарный хор Роберта Шоу с совершенно непредставимыми гастролями по 11 городам СССР. 30 концертов за 7 недель. И что пел хор Роберта Шоу, это один из величайших американских хоров академических, он пел семиминорную мессу Баха. И это во время Карибского кризиса, между прочим. И тем не менее, это все состоялось. И, к слову сказать, концертная запись семиминорной мессы Баха в исполнении хора Шоу потом была выпущена на мелодиевских пластинках. Едем дальше. 63-й год – это легендарный фестиваль английской музыки. Это явление Бенджамина Бриттона. В 64-м году – первые гастроли театра «Ла Скала» в Советском Союзе. 5 спектаклей в Москве. «Турандот», «Севильский цирюльник», «Трубадур», «Лючия де Лемермур», «Богема». И дальше вот этого всего очень много. В 65-м году приезжает Кливлендский симфонический оркестр, в 67-м абсолютно фантастические, непредставимые тогда, но ставшие реальностью, концерты симфонического оркестра BBC под управлением Пьера Булеза. В 69-м году Караян приезжает с Берлинским филармоническим. В 71-м гастроли Венской оперы в Москве. И, к слову сказать, именно в 71-м году на гастролях Венской оперы московских будет спектакль «Кавалера Розы». Поэтому я подозреваю, что это связанные вещи. Венская опера в Москве в 71-м году и «Кавалер Розы», сюита в Ленинградской филармонии, с которой мы начали наш разговор. На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Музыкальный дефицит. Мой собеседник – историк музыки Михаил Ефимов. Михаил Витальевич, так что же, клеветали все эти антисоветчики и пособники белобандитов заграничных? Клеветали они на советскую власть, на советскую культурную политику? Все у нас исполнялось, и все чики-пики, что называется. Ключевой вопрос. Чья правда? И я думаю, что если мы столкнем вот эти два лба, ничего не было, один лоб, а другой лоб, все было, то у нас будет всего лишь два расшибленных лба, а между ними никакой искры даже не пробежит. Вот и все. Дело сложнее, конечно же. С одной стороны, в Советский Союз приезжали в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы совершенно поразительные, первоклассные, всемирно известные музыканты. Список огромный. То, что я назвал, это только кусочки и малые фрагменты. С другой стороны, мы должны понимать, что это Москва и Ленинград, еще Киев. Но вот турне хора Роберта Шоу – это исключение, это не правило. Так, чтобы приехал американский состав и стал колесить по Советскому Союзу. Концерты эти, вот этих знаменитостей, первоклассных музыкантов – это, ну, чему это можно уподобить? Это если у нас есть некий бассейн с водой, и мы туда делаем какую-нибудь капельку марганцовки. Да, химический анализ показывает после этого, что в воде эта марганцовка присутствует, но на цвете, вкусе и запахе она не отражается. То есть,
широка страна моя родная. И кроме Москвы и Ленинграда есть вся вот эта гигантская наша страна. И я подозреваю, что о том, что приезжал Бернстайн, что приезжал Кливлендский симфонический, об этом, конечно, слышали, но это было доступно ничтожному количеству людей. Даже внутри профессионально-музыкантской или гуманитарно-интеллигентной среды Москвы и Ленинграда. Интересно, Михаил Витальевич, а как это обставлялось, как это обслуживалось? Могли ли появляться в газетах какие-то или там по радио, в точке в той же, какие-нибудь интервью с музыкантами? Может быть, выходили какие-то пластинки? То есть какой след, культурный след оставался от этих гастролей? Это правильный вопрос. Я только не могу ответить на первую его часть, в какой степени это освещалось в советских медиа. На советском радио, на советском телевидении, в советских газетах. В журнале «Советская музыка» что-то освещалось. Но это отдельная история, и, наверное, это как раз то, о чем Марина Раку сказала, что это еще не исследованная и ждущая своего исследователя сфера. При этом, к вашему вопросу о пластинках, конечно же, к счастью, часть вот этих роскошей гастрольных, она записывала. И тут мы не можем не вспомнить две легендарные серии фирмы звукозаписи «Мелодия». Пластинки из этих двух серий, я подозреваю, были в каждом приличном интеллигентном доме в Советском Союзе. Одна серия из сокровищницы мирового исполнительского искусства, а другая серия называлась «На концертах выдающихся мастеров». Слово сказать, мой первый «Кавалер Розы» на пластинках был как раз фирмы «Мелодия» из этой серии «На концертах выдающихся мастеров». И это был тот самый венский «Кавалер» 71-го года, записанный в 71-м году в Москве. И дирижировал Йозеф Крипс, и там великий состав, там Занек, Кристина Людвиг, Манфред Юнкер. То есть это то, что мы в нашей программе сегодня слушаем? Да. Существует полного и официального каталога грампластинок виниловых фирмы «Мелодия». Это частная антреприза по сю пору. И, по счастью, в интернете есть группы паладинов этого дела, которые составляют вручную на основе своих собственных фонотек домашних и каких-то подсобных сведений составляют вручную, частным образом, сводный каталог фирмы «Мелодия», пластинок. Если этот каталог открыть, то там будут совершеннейшие дивы. Дива и дивы. Мы удивимся. Я, по крайней мере, удивлялся много раз, пока этот каталог листал. Какие же изумительные записи издавались в советское время фирмы «Мелодия». Совершеннейшая роскошь. Это золотой фонд мировой грамзаписи классической музыки. С одной стороны, безусловно, в Советском Союзе у советской творческой интеллигенции, музыкальной, художественной, литературной, иной, технической, существовало то, что мы все еще называем мандельштамовским словом «тоска по мировой культуре». Только я бы сейчас уже уточнял, да, что это тоска и по мировой культуре, и по русской культуре. Тоска по культуре, по высокой культуре, не советской, вне советской. И сомневаться в подлинности этой тоски, мне кажется, нет никаких оснований. С другой стороны, в Советском Союзе, как мы с вами помним, основополагающая поведенческая модель
потребительское. Это существование в условиях тотального дефицита. Тоска по мировой культуре в какой-то момент, не сразу, не в один день, не в один год, она переродилась в тоску по дефицитным товарам и породила поэтику дефицита, поэтику и поэзию дефицита. Когда уже трудно понять, это про высокое или это про труднодобываемое. И последствия у этого, в общем, разрушающие. Описано все это ведь многократно, это описано даже внутри советского пространства, ну, весь поздний Юрий Трифонов, да, он в значительной степени об этом. Если мы смотрим на каталоги пластинок, или если мы смотрим на списки гастрольных приездов знаменитостей, это все-таки в известной степени напоминает книгу о вкусной и здоровой пище. То есть книга у нас есть, с картинками цветными есть, и там есть разные удивительные, страшные, загадочные слова, термины, названия частей филе, туши и прочее. Но в реальности этого ничего нет. В реальности нужно добывать простейшие вещи, питаться простейшими и уметь им радоваться. Люди ведь уже не пищу добывали, люди добывали книгу о пище. И это в какой-то момент стало вполне самодостаточным предприятием. Я вот слушаю, Михаил Витальевич, вот все эти перечни невероятных культурных событий, музыкальных, гастролей и так далее, и мне хочется назвать нашу беседу названием замечательной мемуарной книги Федора Степуна «Бывшее и несбывшееся». Напомню, что на волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Музыкальный дефицит. Мой собеседник, историк музыки Михаил Ефимов. Михаил Витальевич, самое важное было написано по истории музыки. Какие книги нельзя обойти вниманием? Это на самом деле очень важные вехи в музыкальной истории, культурной истории Советского Союза. В 65-м году появляется одна из самых важных книг в истории не только музыки в Советском Союзе, но одна из самых известных книг в историко-музыкальном круге в 20 веке вообще, появилось русское издание великой книги Альберта Швейцера «Иоганн Себастьян Бах». Это 65-й год, и перевод выполнил Яков Семенович Друзкин. А редактором у этой книги был родной брат Якова Семеновича Друзкина, великий музыковед, историк музыки, мыслитель о музыке Михаил Семенович Друзкин. Русское издание книги Швейцера – это, конечно, эпоха. Это тем больше так, что в Советском Союзе вокальный, кантатный Бах – это вещь, по сути, абсолютно неизвестная, закрытая. И понятно почему. Что такое кантаты Баха? Это религиозная музыка. Книга Швейцера совершила подлинный переворот в сознании, в мышлении очень многих советских музыкантов. Книга Швейцера – это старая книга, то есть она пришла к советскому читателю 50 лет спустя. Но для советских музыкантов она была новостью 65-го года. И, к слову сказать, тут ведь есть некая вполне очевидная параллель, когда советский читатель открывал для себя в конце 50-х, 60-х, 70-х годах Хемингуэя,
Джойса, Фолкнера и так далее. Еще из важных книг, принципиально важных книг, книг, составивших эпоху в знакомстве изнутри Советского Союза с внешним миром, это, конечно, 71-й год. Это книга Игорь Стравинский «Диалоги, воспоминания, размышления». Книга, инициатором издания которой стал уже упомянутый Михаил Семенович Друзкин. Книга, которая стала экстрактом 5 книг диалогов Игоря Стравинского с Робертом Крафтом. Книга эта появилась в 71-м году, то есть в год смерти Стравинского. При этом полного издания диалогов Крафта со Стравинским с тех пор так и не появилось. То есть издание 71-го года до сих пор является русским дефинитивным изданием. Хотя оно, как мы понимаем, очень сильно сокращенное. Еще из важных вещей, русско-западных, 76-й год, монография Михаила Тараканова «Музыкальный театр Альбана Берга». Собственно, первая русская книга о Берге. В 77-м году наконец-то появляется русское издание, русский перевод старой, но не устаревшей даже сегодня книги Альфреда Эйнштейна «Моцарт. Личность творчества». Это одна из лучших книг о Моцарте вообще когда-либо написанная. И, к слову сказать, в 77-м году выпустили русский перевод Эйнштейна, а с 78-го года стала выходить знаменитая работа, легендарная работа Германа Аберта о Моцарте. Это 2 части, 4 книги. И издавали ее долго. В 78-м начали, в 85-м закончили. Михаил Витальевич, значит ли все то, о чем вы рассказали, что в Советском Союзе западная симфоническая музыка была скорее разрешена, и цензура, в общем-то, ничего и не запрещала, если все это было исполнено? Ну да, образовался дефицит, грампластинки было не достать, и тем не менее, цензуры на все это не было? Ну, как мы знаем, в Советском Союзе ничего не было, и цензуры тоже не было. При этом все так или иначе было, и, соответственно, была цензура. Я бы это попробовал описать неизбежно очень грубыми мазками так. Цензуры на исполнение классической музыки в Советском Союзе на уровне директив, скорее всего, не существовало. При этом были вещи, о которых в Советском Союзе знали и которые, тем не менее, не исполнялись. Тут, конечно, самые яркие примеры – это, вероятно, история про Рихарда Вагнера. Ну, то есть это, на самом деле, бесконечная по богатству история советской вагнерианы. Мы упомянем только один сюжет. Вагнера, как вы знаете, в Советском Союзе исполняли. Есть известная история, которую недавно очень хорошо аккумулировала и реанимировала Олеся Бобрик, история о том, как в 40-м году Сергей Михайлович Эйзенштейн поставил в Большом театре «Валькирию». После, ну, мы договорились говорить о послевоенном периоде. После войны Вагнер в Советском Союзе ставится. Он ставится и в Москве, и в Ленинграде, и в Прибалтике, в нынешних странах Балтии. При этом есть одна проблема. В России, в Советском Союзе, подчеркиваю, не ставится «Кольцо Нибелунга». Было уже в конце 70-х, в 79-м году, если не ошибаюсь, в Большом театре поставили «Рейнгольд», «Золото Рейна», и это была какая-то катастрофа, и все поняли, что это постановочная сценическая катастрофа, последствий это не имело. Своего советского кольца в Советском Союзе нет. Почему? Ну, потому что... Но это мистика, быть может. А быть может потому, что «Вагнеровское кольцо» — это то, что не укладывается в эту антиномию. Реализм, формализм. При том, что, как мы понимаем, над Вагнером советское музыковедение поработало. Борец, певец, борец с, певец чего бы то ни было, ну, то есть прогрессивный, но впадает в клирикальный маразм. Поэтому худо-бедно, но в 79-м году «Золото Рейна» поставили. С середины 70-х годов «Кольцо» было
на советской сцене. Привозное. Это приехала Стокгольмская королевская опера, дирижировал Берислав Клобучар, и они показали «Кольцо» целиком, всю тетралогию. Но чего не было в Советском Союзе, ни при каких условиях сценически, не было, конечно, «Парсифаля». И еще в Советском Союзе сценически не было «Тристана», которого у нас называют по-русски «Тристан» и «Изольда». Давайте, если мы говорим о величайшей записи «Тристана», мы эту величайшую запись несколько мгновений и послушаем. Это форшпиль вступления к опере Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда», дирижер Вильгельм Фуртвенглер, Лондонский оркестр «Филармония». Предмет совершеннейшего вожделения среди музыкантов – это запись хорошо темперированного клавира Баха в исполнении Глена Гульда. Фирма «Мелодия» выпускала записи Глена Гульда в 60-е и 70-е годы. Английские сюиты, инвенции, итальянский концерт – там 4 или 5 пластиночек в общей сложности. Но хорошо темперированного клавира на официальных пластинках мелодиевских в Советском Союзе не было. Вот это был предмет острого, острейшего дефицита. Это то, что добывалось, это то, что привозилось, это то, что переписывалось уже на кассеты. Михаил Витальевич, мы самым логичным образом переходим с вами к вопросу о том, что же с советской симфонической музыкой? Как вот тут зверствовала цензура? Или тоже все было на самом деле разрешено? Шнитке, Губайдуллина, Денисов. Вы об этом, да? Ну, конечно, да. Там Андрей Волконский и прочие. В 54 году Андрея Волконского отчислили из Московской консерватории за злостное неуспевание по марксизму-ленинизму и за симпатии к дегенеративной музыке Шёнберга. Советский авангард, музыкальный авангард 50-х, 60-х и 70-х годов. Вот что, наверное, можно попробовать сказать. Есть общеизвестная история о том, как бессменный глава, первый секретарь Союза советских композиторов Тихон Николаевич Хренников на 6-м съезде Союза композиторов в 79-м году осудил некую группу композиторов, которую стали называть, ну, негласно, конечно, «Хренниковской семеркой». Состав этой «Хренниковской семерки» общеизвестен. Вячеслав Артемов, Софья Губайдуллина, Эдисон Денисов, Александр Кнайфель, Дмитрий Смирнов, его жена Елена Фирсова, композитор, и Виктор Суслин. Хренников осудил вот этих молодых, хотя на самом деле сильно не молодых, композиторов-авангардистов за то, что они, композиторы, осмелились представлять на западном музыкальном фестивале Кёльн, что-то еще, свои сочинения без визы Союза композиторов. И любопытным образом из вот этой хренниковской семерки массовое интеллигентское сознание усвоила, как мне представляется, только имена Губайдуллиной и Денисова. Как мне представляется, в 70-е и 80-е годы относительно подсоветского музыкального авангарда сработала в культурном восприятии советского человека
культурного человека. Тот же самый механизм дефицитного. От того, что это было не запрещено, но недопущено. Это не запрет, это отсутствие разрешения. Это сразу музыку превратило в продукт, которого жаждут, который искомый. Он ценный, потому что он редкий. И возникло, как мне кажется, какое-то нарушение пропорций. То есть, быть может, вы это помните, в 80-е годы, когда началась перестройка, вдруг все ожидали, что и вот наконец-то теперь мы все будем слушать музыку Альфреда Шнитке. И наконец-то свобода, и будет счастье. Вот по тому старому слову Ильфа, да, будет радио, будет счастье. Вот будет везде музыка Шнитке, Губайдулиной и Денисова, и будет счастье. И да, их действительно много играли. В тех самых поздних 80-х, с начала перестройки. А счастье в итоге так и не наступило. Запреты. Собственно, Родион Константинович Щедрин целую книжку мемуаров написал, в которой доказывает, ну, захотел доказать, что никакой запрещенной музыки в Советском Союзе не было. При том, что и тот же самый Щедрин, и не Щедрин вспоминают, что степень вот этого официального идеологического окостеневшего, мертвого, мертвящего одичания официального, она была исключительно высока и велика. То есть это ведь еще 50-е годы, когда партитуры Стравинского не выдаются в консерваториях студентов, а до Стравинского не выдавали партитуры Малера. Потому что это все буржуазное, это все формализм, это все дегенератизм и прочее. Поэтому я бы сказал так, что путь подсоветского авангарда к слушателю, официальному, массовому, да, он был довольно труден, он был довольно сложен. При том, что в среде профессиональных музыкантов вся эта музыка слушалась, циркулировала, воспринималась, но не только в виде считанных записей на грампластинке, но как раз в виде вот этого магнитоздата. Что из всего этого следует, Михаил Витальевич, что ни одного мирового гения музыкального на советской территории не проморгали? Так или иначе, не мытьем, так катаньем, было исполнено все достойное внимания. Правильно я понимаю? Я думаю, что значительная часть той музыки, которую имело смысл исполнять, слушать, понимать, думать о ней, это значительная часть и музыки минувших времен, и музыки 20 века во всех его фазах в Советском Союзе существовало в той или иной форме. Что-то только в виде исполнений иностранных гастролеров, что-то только в виде нот, что-то только в виде грампластинок своих советских или привозных, что-то в виде вот тех самых кассет, что-то на уровне пересказов, анализов без звука в музыковедческой литературе. Я не уверен, что было много людей, которые аккумулировали в себе всю эту полноту. Безусловно, кто-то этой полнотой знания, впечатлений и понимания обладал. Я думаю, что их были единицы, но они были. Я бы предположил вот что, и это важнее, мне представляется, чем отсутствие Рихарда Вагнера и Рихарда Штрауса в должных объемах. Мне кажется, что в Советском Союзе не было, не родилось и не могло родиться исполнение оперного Моцарта. Этой традиции не было, ее взять было неоткуда. Дореволюционной традиции оперного Моцарта в России, по сути, тоже не было, чтобы это был оперный Моцарт. Оперный и Моцарт. В Советском Союзе не до оперного Моцарта, при том, что, как мы знаем, Курт Зандерлинг очень много сделал. И плоды этого мы пожинаем, в общем, по сю пору. В России оперного Моцарта не умеют играть и не умеют петь. И, кажется, не научатся. Потому что уже поздно.
При этом есть еще одна важная вещь, такого сложно-идеологического происхождения. В России, в Советском Союзе было в разное время и по-разному плохо не только с исполнением музыки Густава Малера, там все-таки был еще антиеврейский подтекст, и к тому же музыка часть значительная со словами, а со словами всегда проблема. В Советском Союзе трудно, редко играли симфоническую музыку Антона Брукнера, а это ведь из величайших европейских симфонистов всех времен и народов. При том, что Брукнера исполнял Мравинский в Ленинградской филармонии, и уже в поздние советские годы Геннадий Рождественский. Как это все суммировать? У нас есть, мне кажется, два понятных, но не исчерпывающих механизма восприятия того, частью чего мы были тогда. Это ностальгия и отторжение. И между ностальгией и негативизмом я бы все-таки выбрал то, с чего мы начали. Тоска по мировой культуре, которая не тоска, которая сквозь весь этот советский дефицит, советский морок, советские очереди, советские талоны, советское добывательство, она все-таки приносила радость. И память об этой радости, об утоленной тоске по мировой культуре, я думаю, она по-прежнему с нами. Элгар. Оратория «The Dream of Gerontius». Государственный академический симфонический оркестр. Дирижер Евгений Светланов. Запись 1983 года. И на этом мы заканчиваем передачу «Музыкальный дефицит». Моим собеседником был историк музыки Михаил Ефимов. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. «Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей. Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода». Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org.
Слушайте «Радио Свобода».